Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега, минус 5, минус 7. Днем, ночью 6-8 градусов ниже 0. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, минус 4 градуса днем, ночью 7 ниже 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег, днем минус 5, ночью минус 7 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, минус 7 градусов. В дневное время, ночью также минус 7. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.